хорошая. Так, блин, что её не запутал. Я, наверное, пока не вытягиваю, да, не хочу? Да не, вытягивай. Стой, не спеши, не спокойно, спокойно. Все, не тяни больше. Спокойненько. Спокойненько. Друзья, всем привет! Мы снова приехали на Десну. Давненько здесь не были, почти, ну, месяц почти уже здесь не были после последнего раза. Приехали мы вот со стороны Алексеевичем и его жена Наталка. То есть всем привет передают. Сейчас перекусим немножко. 10:05. Слишком рано не получилось выйти. Вот. Так что сейчас посмотрим, что у нас будет. Ребята, просили рассказать, какими воблерами мы ловим. Акцентировать внимание сейчас не буду на воблера. Будем ловить и по ходу буду рассказывать, на что мы ловим тогда. Вот. Вышли на воду, позабрасывали уже спиннинги. Короче, начинаем. Начинаем вот с такой вот раполовский DV100 DT6. Классический вариант, синий цвет, заглубление 1,8 метров, кастинговая заявленная глубина, ну, в троллинг идет 3 метра. Хороший воблер, быстро заглубляется, будем пробовать на него. Дребезжание пошло, то оно по веткам, наверное, еще пошло. Оп, отошло. Отошло? Да. А, щука. Вот, вот наша первая рыбка. Да, возьму, конечно. Не. Вытягу, я жду, пока ты вытянешь. Вот такая вот. Что у нее, то есть непонятно. Ударила. Ну, не выживая в любом случае. Уже порвал и все на свете. Она за ветку зачепилась. О, не. Рыба. Ну, пока это поклевка. Ну, может просто за что-то зачепилось. Удар был. Нет, вам по веткам, наверное, и бе. Так, еще один воблер раполовский. Dancer Tail. То есть, ну, в простонародье говорят танцор. Такие 5,5 метров заглубления. Хороший воблерок. Чем хорош, упирается в корягу, он переворачивается. Через корягу не зацепляется крючками, то есть, ну, хороший воблер и рабочий. Такие камни у нас здесь порядка 4 метров глубины будет. У нас пока 5,3, 5,2. Попробуем вот такой вот хардкор поставить, блестящий. Хороший воблер, тоже рабочий, попробуем поставить. И
Второй воблер попробуем поставить вот такой раполовский шадраб скеттер. Вот такой поставим. Попробуем сейчас половить. Рыба? Да не спеши, не дергайся, что ты дергаешься? Нет. Заглуши просто и все. Давай, вытягивай. Оп, отпускай. Ага. Отпускай. Скобу отпускай. Вот, видишь, ДТ-ха десяточка. Я так понимаю, новый воблер. Да? Обловили. Хорошенькая щучка, килушечка. И отчепилась, да? Угу. Вот такая килушечка Натаха. Натаха вцепила. Ну и что, что-то хорошее? Эй, там 800, может, и лучше. Вот так давать. Давай. Уни я бил, что плохо. Проходу я, как красиво, как идет. Подводная лодка. Эй, что? Килунь. Бильше, бильше, полторуха, как полторуха. Та нікуди вона не вискочить, не переживай. Так, карабіна простягни. О, вони тут прекрасно себе будуть чувствувати. Хорошо бьет, красиво бьет. Как-то щую, вроде на щука. Ага, оловастик. Хороший оловастик. Вот такой красивый красавец головастик у нас. Головлик шикарный. Вышли на берег. Сейчас перекусим немножко и будем на вечерний клев выходить. В обед поймали три щучки, поймали головля. И одного головля поймали. Ну, головлик хороший, ну не знаю, грамм 800, наверное, головлик. Вот щучка здесь полторушка одна. Ты не заснял? Заснял, да. И этот самый щучка полторушка. Одна килушка, вот, и одна такая, ну, грамм, не знаю. Два схода. Ну, два схода, да. Ну, маленькую, с килушкой маленькую сегодня вечером пожарим, чтобы, так сказать, на рыбалочке жареную рыбку, чтобы покушать. Ну, возьми водичку, запивочку. Ну, где-то вот так вот. После обед
Сейчас сразу будем сплавляться по течению идти и пробрасывать воблерами, металлом. Посмотрим. Сначала воблерами пойдем. Сейчас сразу ставлю ДТ-ху. ДТ-шестерочку ставлю. Вот, она быстро заглубляется, падает под берег и сразу быстро идет на дно. Поэтому удобно ей кастинговать. Поехали. Поехали. Сейчас будем сплавывать и бросать. Маму, что там сядь. Так а что надо? Кидай, что ты сюда? Натахан тянет рыбу, усердно смотрит. Давай. Так, не дивись, не ты. Давай. Ты дивишься, она прыгать будет. Куда прыгать? Прыгать будет. Стой. Жерех. А нет, щука. Да щука, как жерех. Не спеши, не спокойно. Все, не тяни больше. Спокойненько. О, все-таки гнездо у нас тут рабочее. И отщепилась. Вот такая щучка попалась. Казалось там такого. Хорошая щучка, да, 1,5 килограмма. Нормально. Дай. Я уже здесь. Давай. Я же ближе. Давай в берег пошла. Ну, короче, можно от берега отойду. Не надо. Она сейчас сюда подъедет. Сейчас дуже легко. Не, то она на тебе пришла. А не такая она здорова. Ну да. Поднимай вверх, не крути. Не крути, поднимай вверх просто. Ох, красавица! Ой, красиво! Выпендрилась перед камерой. Солнышко заценило. Два пирожка. Я тебе сказал, солнышко стало. Что-то я только подсказываю. Нормально. Вот эта рыбешка. Так ты душе крюсь, ты подивись на это, улыбнись, во! Замечательная щука. Алексей с Натахой вышла на берег приготовить ужин, пожарить рыбки. Вот, а я еще сделаю кружочек, посмотрим, и как раз на сумерках может что-то хорошее выйти. Что-то клюнуть такое подходящее.